Итак, какие оттенки нам для этого понадобятся? Это номер 402 и оттенок из бокса Габриэль. Поехали. Мы делаем какой-то сложный переход. Это всего лишь будет подмалевок. Дальше нам понадобится с вами матовая фольга. Матовую фольгу желательно вот так вот поломать, смять, чтобы образовался с обратной стороны такой ломаный рисунок, который как раз вот таким красивым фактурным рядом и отпечатается. Я предлагаю использовать топ-слайдер, чтобы наверняка. Сушим порядка 1 минуты. Мы берем с вами белый гель-лак. И мы с вами берем этот же синий, который мы использовали сейчас для фона. И подготавливаем для будущих разводов дорожки. Можно вот здесь вот слева дотронуться фольгой буквально 2 раза. Дальше берете снова топ-слайдер. Перекрываем тонким слоем. Кисточку я взяла от акригеля. Буквально 2 мазочка предлагаю сделать. Дальше мы с вами на палитру выкладываем черный гель-лак. Мы его смешиваем с тем же топ-слайдером, либо с теклосом. Давайте с теклосом делаем эффект витража полупрозрачный. А все остальные оттенки я предлагаю заменить на витражные гель-лаки.
И вот нам как раз сейчас с вами понадобится прозрачный синий. Прозрачный синий. Потом мы возьмем еще бирюзовый. Пока этого достаточно. По желанию берем с вами на выбор две кисточки, два мазочка, либо синтетику, мазок номер 0, либо колонок, вернее не колонок, а красный соболь, мазок номер 3. Для того, чтобы приступить к прорисовке, предлагаю перекрыть всю поверхность теклосом. Для прорисовки предлагаю этот же теклос смешать с белым гель-лаком. Берем кисточку 5/0, темная синтетика линеарка. Белая не будет не очень комфортно, лучше взять вот именно темная синтетика и вот такой вот молочный цвет сделать, чтобы он был не контрастный. Перекрываем снова финишем любым. Перекрываем финишем. Я буду теклосом работать. И сверху уже по желанию можно добавить объем. Джемтиклер, либо этим же теклосом.
Джеймти Клер. Вот такой вариант у нас с вами получился.